Ну вот потихонечку делаю, строю, достраиваю пруд. Вот. Сегодня 9 мая 2022 года. Потихонечку доделаю пруд. Сейчас маленько заполняю водой. Вот, в общем, получается, что вот так вот будет заполнено, вот по эти края. И еще будет наращиваться. Вот по эту вот насыпь. Еще будет камни выкладываться. То есть получается вот так вот еще поднято будет, еще вот так вот. Вот такой высоты будет. Вот. В общем, как-то вот так все дело. Сейчас набираю воду. Здесь готово делаю сейчас. Будет доделываю эту чашу. И вот здесь замок глиняный делаю также. Будет такая же насыпь по кругу. А поверху будет уже потом насыпана еще земля. Чтобы там росла травка, цветы. Еще посажу. Какие кустики посажу. Вот. В общем, как-то так. Потихоньку делаю пруд. Доделывать еще. Вот считаю, вот те все камни, вот то, что они должны быть под водой. То есть вода должна вот по тот уровень быть. И даже чуть выше. Вот. Здесь еще сделаю отводную трубу. Вот, вот тут сделает в одну трубу, выведу он туда. Это случай переполнения пруда во время сильных дождей, чтобы вода сходила. Короче, как-то так.